28 октября в Одессе проходит мероприятие, приуроченное к 70-й годовщине освобождения Украины от фашистских захватчиков. Так, сегодня на стене героев появились новые имена. Подробности знает Анна Грынев. Вот так громко и торжественно открыли имена новых героев. Первая фамилия – Тыквач Даниил Петрович. Вся его семья пришла почтить память героя. Невооруженным глазом видно – родные братья, как две капли похожи на отца. За форсирование Днепра, за освобождение Киева. Как раз за это ему дали звание Героя Советского Союза. Несмотря на такое положение в стране, идет война, и чисто символически в это время, как говорится, происходит увековечение человека, который заслужил своей жизнью, своим подвигом такой славы. Учитывая тот вариант, что никто не забыт, ничто не забыто, мы в этом варианте рады, что одесситы будут помнить о своих героях. Не сдерживая слез, дедушку вспоминает Светлана, его любимая внучка. Он очень героический человек. Я его внучка, он воспитал меня с самого детства. Он учил меня справедливости, честности, что Родина – это превыше всего. Я не могу, извините, без слез. Самый младший член семьи очень волнуется. Ему доверили важное задание. Я хочу вложить цветы своему прадедушке. Он герой Советского Союза. Кроме Даниила Тыквача на стене появилось еще четыре имени. Герои Советского Союза – Григорий Борисов и Михаил Сорокин. И герои социалистического труда – Михаил Залипаев и Дмитрий Молдаванов. Их имена теперь навсегда запечатлены в истории города. Анна Грынев, Алексей Филиппов, 7 канал.